Депутаты и сенаты сегодня ратифицировали ряд международных соглашений. Одно из них между правительствами Казахстана и России позволит перевести жителей Байконура на природный газ, который в 15 раз дешевле жиженного. По новому тарифу в среднем семья будет платить 186 тенге за кубометр вместо почти 3000. В планах подвести этот газ к местной теплоэлектростанции. Тогда байконуровцы значительно меньше будут платить за свет и тепло. Кроме этого, одобрили сенаторы и соглашение с Узбекистаном по незаконной миграции. Документ урегулирует вопросы двойного гражданства. Насколько информационные системы обоих государств способны обеспечить в онлайн-режиме обмен информацией? Здесь практически все, и все соглашение, это главный пункт, это обмен информацией. Обмен информацией мы работаем постоянно. Дарига Нурсултановна, у нас даже есть вся информация полностью, вот когда вот здесь был вопрос связан в отношении тех лиц, которые имеют отношение к террористическим организациям, то есть по линии ТЭ, у нас это вся имеется, и мы работаем во взаимодействии со всеми структурами. То есть это еще уже до пересечения государственной границы все это имеется.